Руководство обеих партий «Единой России» и КПРФ требует самого тщательного и серьезного расследования недавнего происшествия. Напомним, речь идет об очередном конфликте между Андреем Автонеевым и агитаторами от «Единой России». Молодые люди были застигнуты, когда вытаскивали из почтовых ящиков в одном из домов на Кохомском шоссе агитматериалы разных партий, не оставляя жильцам особого выбора. Следствием встречи стало несколько синяков и ссадин, разбитый нос «Единой России» и укушенный палец КПРФ. Секретарь Генсовета единороссов Сергей Неверов заявил, что в этой ситуации речь идет не о политической культуре и цивилизованной дискуссии, а об элементарной уголовщине. Цитата. «Это наводит на размышления о том, кого эта партия ведет на выборы и что ждать от таких представителей в дальнейшем». Конец цитаты. Первый замглавы исполкома «Единой России» Константин Мазуревский, комментируя инцидент, заявил, что виновные произошедшим должны понести наказание по всей строгости закона. Но и коммунисты оказались не лыком шиты. Андрей Автонеев сообщил, что КПРФ направит обращение за подписью Геннадия Зюганова в адрес генерального прокурора Юрия Чайки и министра МВД России Владимира Колокольцева с требованием привлечь виновных к ответственности.